Здравствуйте, мои дорогие зрители. Вот попросила меня дочка сшить вот таких мешочков. Вот для чего они нужны? Молодежь сейчас борется за экологию. И чтобы не использовать полиэтиленовые вот эти пакеты, не брать из магазина, они носят с собой в магазин вот такие пакетики. Они практически ничего, эти мешочки, не весят. Ну и сквозь них все видно, что вы там взяли. Вот она попросила ей штучек 5 сшить. Ну что, значит, сошьем. Есть у меня вот такая сетка. Нарежем. Так, сколько они тут размером? Правильно, вот так вот где-то. Ну вот я сейчас вырежу таких 5 штучек. И будем шить. Нарезала я разного размера, ну что у меня позволяло. Так. Что? Еще не знаю, я эту сетку не шила никогда. Будет ли она шить или надо что-то прокладывать. Так, ну ладно, я сейчас сделала послабже, чтобы не натягивалось так. Ну что ж, будем строчить. Может быть, кто-то скажет: ой, что тут делать? Так я про то и говорю, что ничего сложного тут нет. Ну мало ли. А вдруг кто-то вот возьмется первый раз сшить? Ну, все же мы когда-то что-то начинали первый раз. Ну вот, швы я прострочила. Тут, где у нас отверстие, я загнула на изнаночку, чтобы потом туда веревочку продеть. И сейчас... прошью. Видите, я ничего не закалываю, не метаю. Загнула где-то сантиметра полтора. И строчу. Не забываем закреплять швы. Так, вот смотрите, я вот это вокруг все прострочила, но оставила, то есть я не целиком застрочила, видите?
Я оставила, чтоб куда веревочку было. Сейчас, мои хорошие, я вам покажу. Теперь берем шнурочек, не знаю там. Сейчас я его зажигалочкой, а то он будет распускаться. Так, теперь вот в это отверстие, которое я оставила, просовываем булавочку. Цепляться будет за эти. И вокруг. Вот вы видите, я даже швы вот эти не обметывала, потому что я и сошью их штук 20, да, отправлю. Но у меня живет в Питере. Я очень поддерживаю молодежь в этом отношении. Вот они живут с мужем около Ладожского вокзала. Раз в неделю на балконе у них собираются пакеты мусор. То есть они отдельно бумагу, отдельно пластик. Там, причем такой, который положено по маркировке. Металл, стекло. Вот, видите? Вот оно проделось. Вот. Металл, стекло собирают и потом везут в район улицы Дыбенко, дальше туда, там, где находится Икея. Около Икеи есть сбор вот этого мусора. Ну вот, выворачиваем. И наш мешочек готов. Молодежь молодцы. А то и так уже всю планету засрали. Ну вот, это маленький. Ну, теперь я буду шить остальные. Мешочки я шью разного размера, потому что чего-то побольше надо купить, чего-то там, допустим, 3 яблока, да? Зачем большой мешочек нужен? Так что нашью разных. Ну что же, работа кипит. А я решила и себе сошью таких же мешочков и тоже буду ходить с ними в магазин. Меня тоже раздражает такое количество пластика, которым мы просто всю землю завалили. А вам всем огромное спасибо за внимание. Давайте беречь свою планету. Спасибо.